записаны сэмплы разной частоты. Чтобы снять, нам нужен шарик. Шарик натягивается вот таким способом. А цвет шарика не имеет значения? Там черный. Вот. Еще раз. Есть шарики просто поплотнее, они лучше, эти очень тонкие. Ну все, трогать больше не будем. Потом, где у нас тут? Серег, как делаю краску? Где? Давайте шаг назад, сделаем, чтобы было место. Да, немного. Марик, делай шаг назад. Марик! Вот так. Где Серега? Саша! Позвать? Ну, он пошел, наверное, за красками. Марик, то есть смысл руками. Вот такой. Включаем. Саша, ты же мешаешь. Усилитель, здесь стоит кнопка. Для того, чтобы... Если мы воткнем просто сабвуфер сюда, то он у нас просто динамик сразу будет играть. Прервать систему, разорвать. Вот ставим вот такую кнопку. Соответственно, когда мы кнопку нажимаем, динамик начинает. Вот. Забирать эту штучку, да? Кого, Леш? Вот. И вот в этот момент, когда нажали, капли начинают прыгать. Разные капли будут по-разному прыгать. То есть также краску, если сюда налить. Да. Да. Там он разлили, Наташа, надо тряпку разлили эту. Капли наносим вот так, какими-нибудь точками, лучше это делать шприцом. То есть это я показываю просто, ну, не подготовлен, просто краску. Вообще по уму нужно делать со сливками 10%. 10% сливки смешиваем с красками. И вот эти капли наносим в любой последовательности. То есть если нанести вот таким способом, капли там в центре, допустим, зеленые, по бокам других цветов, и капли должны с центром совмещаться. То есть когда они подпрыгнут, они смешаются, но они не будут смешиваться как с водой, если они будут смешиваться. То есть они получатся не каша, а цвета лягут, там, допустим, красная спираль, и по ней будет вот так вот желтые эти спирали, то есть они не смешаются. На этом у вас есть одна попытка. То есть после второго нажатия уже ничего не получится. То есть каждый раз мы наносим
новые капли. Вот. Предыдущие смываем? Да, предыдущие мы смываем, всегда смываем, потому что если не будем смывать, у нас будет очень грязно и некрасиво. Так, сейчас. Давай вот так чуть-чуть, а то сейчас так они тебе стрельнут. Я это делаю с помощью вот этой штуки. То есть я руками не ловлю. Вот этот триггер. К нему мы подключаем микрофон. Он синхронизируется с камерой. Вот этот регулятор. Это чувствительность микрофона. То есть там сильнее, можно его ближе, дальше. Вот. То есть когда происходит бум, камера срабатывает в этот момент. Вот, примерно сейчас. Можно, кстати, попробовать и заснять так. Сейчас мы вот. Если будет очень густо, то будут получаться такие вазы. Если сделать немножко вот в районе сливок 10%, то тогда получаются вот такие вещи, как где телевизор с разными цветами. Вот. С этим все. Давайте я вот этому покажу. Вот эти вот грибы, которые на стене, это примерно такой же принцип, да?